Запомнился первый раз. Красному молодой Нурдиги Кришебай. Национальная сборная команда Кыргызской Республики. 1998 года рождения. Мастер спорта Кыргызской Республики. Боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Лишина Сабатарова и Альберта Сабатарова. К данному соревнованию подготовил заслуженный тренер Кыргызской Республики Бишен Сабатаров и Альберт Сабатаров. Республика Узбекистан. 2002 года рождения. Мастер спорта Республики Узбекистан. Провел 58 боев, 55 одержал победу. Боксом занимается 8 лет. Является призером чемпионата Узбекистана 2021 года. Тренируется под руководством Эмита Турсунова и Мишера Кульчиева. К данным соревнованиям подготовил Эмит Турсунов.
На награждение приглашаются спортсмены весовой категории 48 кг. В этом бою с учетом 3-2 победу одержал Мурджигир Бишибаев.